Водолей, приветствую вас. Давайте посмотрим ваш расклад на июнь месяц. И первая карта для вас на начало месяца – осознание. Болезненное осознание, но все-таки вам нужно осознать то, что у вас происходит. Вы должны осознать, с кем вы рядом, да, в каких отношениях, что вокруг вас происходит. Даже если это болезненно, даже если это тяжело, вы должны это понимать. Потому что ситуация сама по себе не решится, пока вы не все-таки не поймете, да, на самом деле, что происходит. Давайте посмотрим, для чего вам это осознание нужно. Да. Это касается семерка мечты, семерка кубков. Семерка кубков говорит о том, о ваших иллюзиях, мысли, фантазии, вот это вам все-таки стоит убрать. Вот вам вы такие все-таки должны понимать, что не нужно мечтать там, что вы построите, будете купить или что-то. Все-таки нужно от этого избавляться, да, и понимать, что мы живем сейчас, да, и мы должны как-то бороться, да, на сегодняшний день для того, чтобы что-то лучше, да, а не фантазировать, что вот фантазии могут быть там много, но на самом деле это только в нашем голове. Лучше пусть будет цели на сегодняшний день, чем вот эти мечты и иллюзии на целый год вперед. Давайте посмотрим следующая карта. Для вас начало – это семерка жезлов. Семерка жезлов показывает, что, может быть, почему это осознание для вас болезненно в начале, потому что у вас есть такие мечты, что вы преодолеваете трудности, да, преграды. Но здесь как-то показывает, что нет от вас это стремление, да, вот туз это говорит, что нет это стержень, да, преодолевать вот эти ваши трудности, хотя вначале уже дается, да, осознай, да, пойми, что происходит, да, не нужно быть в этих мечтах, да, в то, что только в голове, а вот делай то, что какие-то действия для того, чтобы ты вышел из этих трудностей. Давайте посмотрим следующая карта на середине. Королева Пентакли. Да, Королева Пентакли – это вы находитесь там, где вы должны находиться. Но почему-то показывает, что как-то для вас это болезненно. Как-то вы показываете, что у вас там, на том месте, где вы находитесь, как-то вам трудно, да, и для вас это может это, вы не хотите что-то осознать, да, вы не хотите видеть, что те, которые находятся в отношениях, хочу сказать, для жизни, вы не хотите, да, открыть глаза, что что-то в вашей жизни происходит и что-то меняется, да, а все-таки вот вы живете в этих иллюзиях, фантазии, да, все-таки вы не хотите дать возможность выйти из этого. Давайте посмотрим следующая карта, это карта Туз Кубков. Женщина, я хочу сказать, те, которые находятся в отношениях, они могут мечтать, да, о других отношениях. Да, здесь может быть сами вот эти трудности, сами себе создаете. Потому что вроде бы, может быть, вы имеете свою стабильность, свою семью, но в то же время вы мечтаете о других отношениях, о другой какой-то любви, может. Давайте посмотрим следующая карта для вас, что это касается, карта Шута. Карта Шута говорит о том, что у вас происходит обнуление, обновление. Что-то, знаете, начинается с чистого листа, да, что-то начинается даже по, знаете, по легкостью, да, но она у вас как бы меняется, да, у вас может быть преодоление каких-то трудностей. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца. Это тройка кубков. Женщины, те, которые имеют отношение как треугольника, вы должны осознать, вы не должны мечтать. Потому что здесь все-таки показывает, что у вас будет трудность, у вас будет изменение. Да? Мужчина, да, если вы имеете, да, вот такую женщину, которая не свободная, то вам все-таки стоит, да, понимать, что все-таки женщина имеет свою стабильность, женщина имеет свою, и может она даже не собирается, да, она пока ее устраивает так, как происходит в ваших отношениях.
здесь еще хочу сказать, да, обращать внимание на здоровье тоже здесь для некоторых, потому что здесь как-то может быть это ваше, ну, именно на ментальном, да, к фантазии, у вас может быть какие-то головные боли, да. Здесь может все-таки постараться, да, более какие-то позитивные эмоции, да, чем вот мечтать о чем может это не быть. Давайте посмотрим следующая карта. Паж мечей. Бороться за свою правду, бороться за свои каких-то цели, мечты, желания, да, не бороться за чужое, потому что здесь все-таки нужно за свое бороться, да, все-таки может за свое место под солнцем бороться, да, здесь как-то нужно уже какие-то действия, да, не нужно, да, в голове мысли только, а делать какие-то шаги. Знаете, карта совета, что вам высшие силы советовали, да, тройка пентаклей. Тройка пентаклей дает вам возможности, да, хочу сказать, так как идет эта информация, те, которые вот именно имеют отношение как треугольника, для того, чтобы вам помогло, да, именно решить по поводу эти отношения, да, как-то понимать, какие отношения у вас есть, вам все-таки больше требуется вкладывать, думать о себе. Думайте о своем благо, думайте о свои какие-то финансы, да, вот это тот период, когда вы можете делать, да, в июнь месяце. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращайтесь по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube канале.